Ребятушки, всем привет, с вами Андрей. Посмотрите, у меня 8 поддонов с камнями. Один поддон весит 2,5 тонны. Мой кран в метре не может уже этот поддон поднять, потому что вес большой. Почему мне загрузили эти поддоны? Потому что они превышают более 14 тонн, так как у нас все машины большие, то есть и вес у машин нетто, он больше. И если эти поддоны загрузить на большую машину с большим краном, то он будет превышать 40 тонн, а это в Германии запрещено. Так они что решили? Взяли маленькую машину, легкую, как вот у меня самая маленькая машина на фирме, и решили, что я должен отвезти эти поддоны, потому что по весу я прохожу. Но они не учли, что у меня кран маленький. Я кое-как загрузил, минут 40 я мучился, грузил эти поддоны, теперь мне надо будет приехать на стройку и разгрузить все. Я не знаю, как это будет происходить, но это вообще жесть. Ребятушки, я приехал, здесь мне повезло, разгрузка будет происходить на парковке магазина, места много, но мне надо будет разгрузить только в одном месте, я могу поставить эти поддоны. Посмотрите на мою машину, она под этими поддонами так прогнулась. Это вообще-то жесть, ребята, как я ехал. Короче, вот здесь я буду разгружать, вот в этом месте мне можно будет поставить. Так что места хватит мне. Ребят, я вам показываю, в каких условиях я работаю. Смотрите, поддон очень тяжелый, 2,5 тонны весит. Мой кран поднял на такую высоту, дальше он не поднимает, потому что он мне говорит, кран, что у меня перегружено. Все, вот видите, красная, горит кнопочка, пульт не работает, он сразу выключается, потому что тут все электроника, и электроника говорит, что извини, друг, я дальше поднимать не могу, потому что для меня это тяжело. Мне эти поддоны надо спустить еще на другую сторону, перенести как-то. Короче, начну я, наверное, с последних поддонов и потом попробую вот эти первые поддоны уже в конце снять с машины. Ну вот на таком расстоянии мой кран мне говорит, извини, друг, дальше не могу, все. И пульт выключается. Сейчас мы видим, что здесь показано, что перегружен кран, плюс машина, видите, со стрелочкой нарисована, что может опрокинуться, то есть это сразу полностью выключает и включается замок. Все, пультом я работать не могу, мне надо будет как-то этот поддон опустить. И надо придумать как. Вот такое расстояние от машины я смогу всего лишь 2,5 тонны опустить. Ну, есть тут вариант, это надо нажать на замочек, держать его, и тогда я смогу опустить. То есть вот замок, нажимаешь, и тогда единственный вариант, это только вниз опустить этот груз, и все. Сначала я снял два поддона с середины, теперь, так как они тяжелые, далеко стоят, я не смогу их поднять, я их буду подтаскивать, то есть волочить, приподнимаю, уже где я смогу поднять, там я подниму поддон, то есть у меня вот такой принцип. Также я и ставил. Я его чуть-чуть приподнимал и тащил. Все, выключается. Теперь его оп, опять оп. Вот таким действием я его подвожу поближе. Вот. И я уже смогу его приподнять здесь. Все, пошел. Нормально получилось. Миссия выполнена, кое-как я их тут расположил, чтобы мне не переезжать. То я думал сначала 3 разгружу, потом немножко отъеду и потом еще 4 разгружу. Но получилось так, что все вошли, и это очень хорошо, ребята. Так что сейчас можно уже отсюда выезжать. Вы, наверное, уже встречали таких водителей, когда вы приезжаете хоть в магазин или еще куда-то, где есть много свободного места, парковка свободная, вы встаете и какой-нибудь водитель встает обязательно перед вами, хотя место море. Сейчас вам такого водителя покажу, то есть машину. Вот я разгрузился, пока я разгружался, место было море, сейчас место свободное есть, но машина встала передо мной, как будто больше мест нет. Вот вам показываю парковочные места, свободные есть, можно встать на любом месте. И опа! А вот товарищ решил встать именно здесь. Ну, как раз вот мне выезжать сейчас. И вот он так встал. Отлично встал, ребят.
Потому что здесь я контейнеры, мне сзади у меня камни. Я бы сейчас крутанулся бы просто вот так и выехал. А так придется мне туда-сюда и потихонечку как-то выруливать. Вот мне приходится вот так ехать задним ходом, чтобы развернуться. Для полноты кадра вам показываю парковку. Она пустая, вот одна машина стоит. Плюс вот где я разворачиваюсь, место есть, море. Можешь там встать, можешь здесь встать. Место есть.